следующей тройке наших участниц, правда, эта ночь далась очень-очень тяжело. Что же у них получилось? Прямо сейчас шоу «Хочу Виагра». Мы сразу определились, что будем вместе с Дианой, девочкой из Беларуси. Но стать третьей участницей белорусской двойки никто не спешил. И когда остальные уже разбежались репетировать, в комнате осталась одна единственная – украинка Анастасия Кожевникова. Мне улыбнулись, я увидела контакт. Солистка оркестра МЧС Белоруссии быстро спелась с украинской студенткой, а вот о выборе белорусской подруги сильно пожалела. Очень сложно проходил этот момент с выбором песни. Реально хотите? Мы хотим, да. Ты говоришь нам против, а мы пытаемся тебе сказать, что эта песня хорошая. Найдите, придумайте другую песню. Вместо того, чтобы пойти на компромисс, Диана на все предложения девочек реагировала истерикой и слезами. Мой разговор с Дианой был жесткий и короткий. Человек не понимает, что она подводит не только себя, но она подводит всю команду тем, что она плачет. Нам нужно работать, у нас очень мало осталось времени. Я наблюдаю, что все работают, а мы не работаем. Человека бросают в какие-то абсолютно неизвестные дикие условия. Ему сначала тяжело. В 4 утра Елена и Настя приняли решение репетировать без Дианы. У нас в данный момент нет трио. Все наше время идет на эмоции, на слезы, на какие-то звонки, на мелкие какие-то передряги. В итоге на генеральной репетиции за 3 часа до концерта Диана не смогла спеть ни слова. Смогла ли Диана взять себя в руки и влиться в трио, или она потянет свою группу на дно? Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Рад вас видеть. Правда, что кто-то из вас гораздо слабее имеет вокальные данные? Возможно. Неправда. Девчонки, кого из вас нужно было учить 8 часов петь? Можно не признаваться. Не вздумайте, участниц не говорите. Нашего трио не хватало уверенности в себе. Поэтому не петь учить, а просто учить быть уверенной в себе и верить в свои силы. Может быть, скорее вот это вот. Молодцы, чтобы все-таки группа. Хотите Виагру? Да. Очень хотим. Ну тогда пойте. I feel good. Она успела выучить слова и постановку. Достойна ли она своих сильных напарниц? Что скажет жюри? Круто, что вы все-таки собрались, не отвечая на мои вопросы, держались группой. Но, может быть, чего-то не заметил зритель, а что увидели профессионалы? Вы пели очень... Сексуально, не стесняйтесь. Я подыскивал это слово. Аня, что скажешь? Хочу сказать, ваши двойки. Мне понравились, безусловно, ваши вокальные данные, ваше исполнение, ваш такой настрой. И смотришь, вроде блондинка, но думаешь, ну сейчас как сейчас будет тут прессом удивлять. А раз и запела, и красивую песню взяла. Вам я советую пойти в модели.
И я опять же таки настаиваю на том, чтобы в группе Виагры были девочки, ну, как минимум, с музыкальным образованием. Цивалев. Какое? Музыкальное образование. Какое? Школа. По какому классу? Фортепиано, скрипка. Ну, не знаю, зайка. Для того, чтобы быть на сцене, нужно к этому дольше готовиться, понимаешь? Тем более у тебя достались твои коллеги сильнее тебя. Константин. Вы реально поставили номер, вы пели слаженно, вы не забывали слова. Каждая из вас выполняла определенную роль. Отдельно хотел бы остановиться на Диане. Безусловно, Диана, вы слабее двух других товарищей. Но вы не испортили номер, вы не испортили его. В любой приличной поп-группе всегда есть люди, которые поют чуть лучше, есть люди, которые поют чуть-чуть хуже. Может быть, я беру на себя излишнюю какую-то, так сказать, смелость и делаю в какой-то степени какой-то не совсем продуманный шаг, а потому что особой надежды в ваших глазах я не вижу. Вы все втроем проходите следующий тур. Поздравляю вас. Круто! Смело и, по-моему, по реакции людей видно справедливое решение Константина Меладзе. Приводит всех участниц в следующий тур. Мы вас поздравляем, девочки. Выходите из шока. Идите тренироваться. Счастливо. Девушки все же поняли, что они в одной упряжке, и помогли Диане подготовиться к номеру. У вас вчера были конфликты, вы были на грани срыва номера, я об этом знаю. В чем была проблема? Вся давка эмоциональность на нас очень сильно повлияла, да, поэтому были разногласия. Но мы нашли общий язык, все у нас в порядке. Да, и мы... Поэтому советую вам держаться вместе и, конечно же, продвигаться, расти дальше и выше, вперед.